1 апреля этого года граждане смогут оценивать работу поликлиник на портале государственных услуг. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, дополняющее портал государственных услуг механизмом оценки уровня обслуживания в поликлиниках. Эта функция появится в личном кабинете «Мое здоровье», который появился в марте прошлого года и дает возможность прикрепления к медицинскому учреждению и записи к врачу. До конца года сервис будет работать в качестве эксперимента в рамках одного из приоритетных проектов, а при его востребованности станет постоянным.